Мы продолжаем наш рассказ о поездке российской делегации в Болгарию. В прошлом выпуске мы побывали в городе Старая Загора, где расположен мемориал «Самарское знамя», посвященный подвигу болгар и русских, а также на Шипке, где русские на долгие месяцы сковали турецкие войска. Здесь произошел перелом в борьбе за независимость Болгарии. Эта победа оказалась возможна благодаря силе духа русских солдат и добровольцев. Вот о том, в каких условиях пришлось воевать русским войскам, на мой взгляд, очень зримо показывает картина известного русского художника Василия Верещагина. На Шипке все спокойно. На первом холсте мы видим русского солдата-часового по колено занесенного снегом. На втором холсте мы видим этого же солдата, но уже занесенного по грудь. И на третьем мы видим снежный сугроб, из которого виднеется краешек шинели, который говорит о том, что солдат остался верен своему воинскому долгу, отдал жизнь, но не изменил воинской присяги. Ценой многих тысяч жизней русские солдаты защитили Шипкинский перевал, не дали врагу прорваться в Болгарию. Тем самым мы выиграли русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Память о подвиге русских солдат в Болгарии сохранилась. Она живет в душе простого народа, несмотря на то, что, оказавшись вовлеченной в политические течения Запада, болгарская элита все больше закручивается в водовороте противостояния с Россией. И все же в самом народе, вопреки всему, живет восприятие русских как братьев. Когда в 1396 году кончилось болгарское государство, на самом деле, как-то это был конец православного мира, православных болгар, потому что все двери к потусторонней жизни, к жизни с Христом, были как-то закрыты. Они остались, они существовали как-то в подполье, в монастырях, в семи. И на самом деле, после этих примерно 500 лет Болгария вдруг оказалась опять в этом христианском мире. Так что это по-моему, самое большое значение этой русско-турецкой войны. Вы можете встретить много болгар, которые просто любят русских. Ну, просто это любовь, да, и все. Город Казанлык. Год назад здесь стараниями национального движения «Русофилы» был установлен памятник русскому генералу Скобелеву. По словам руководителя движения Николая Малинова, установка памятников российским героям Болгарии проходит на народные пожертвования. При этом многие архитекторы и скульпторы почитают за честь безвозмездно принять участие в создании монументов освободителям Болгарии. Русского генерала Михаила Скобелева в Болгарии не просто помнят, его любят. Любят той народной любовью, которая переживает века. 6 населенных пунктов носят название Скобелева. 45 проспектов и улиц в различных городах и селах Болгарии. Школа имени Скобелева в Старозагоре. Городской парк в городе Плевна – Скобелев парк. Различные музеи, барельефы, памятники, бюсты. И все это посвящено русскому генералу Скобелеву. Спросите взрослого, спросите ребенка, кто такой Скобелев. Папа ответит – белый генерал. Он освобождал Болгарию. Мне посчастливилось быть в прошлом году на открытии и освящении этого памятника. Это было поистине народное торжество. Вот мы сегодня были у памятника Скобелеву, нашему генералу, герою, полководцу. Но у нас в Москве уже лет 10 идет разговор, где поставить бюст.
Здесь два памятника. Памятник снесли в свое время. Снесли, да, большевики. Да. И до сих пор не дают поставить. До сих пор, видите ли, места ищут. Места в Москве мало. Какие памятники только не ставят. Но Скобелеву не ставят. Здесь два памятника Скобелеву. Один из них открыт в прошлом году движением, национальное движение русофилов. Здесь село вот рядом, Скобелево. Там тоже есть бюст Скобелеву. Так что у нас замалчивается герой этой войны. Я считаю, специально забыто. В советское время специально замалчивалось это. Потому что это необыкновенный подвиг народа. Он духовный подвиг. Вот поэтому, Александр Николаевич, болгары и чтут его так. Потому что они понимают духовную сущность подвига. Когда русский народ встал, убивают братушек, братьев по вере. И русский народ во главе с императором встал и пошел освобождать. И десятки тысяч людей здесь лежит. И вот эту духовную сущность подвига болгарский народ понимает. Поэтому так ухаживает, поэтому так чит, поэтому так открывает. Не потому что независимость дали мы, само собой, независимы. Но они и понимают, даже на таком уровне, может быть, неосознанном, но у них это вот, этот дух в них входит, и они понимают, что здесь что-то необыкновенное. Как это русы пришли, руснации пришли оттуда, с севера пришли, бились, умирали, так героически бились. Вы понимаете? Ну, это для нас пример. И в современной ситуации у нас очень похожая ситуация. Очень похожая ситуация. Тут такие проамериканские издания, некоторые пишут, что на востоке Украины сепаратисты. И я говорю, господа, но когда герои освободительной борьбы поднимали апрельское восстание 1876 года в Болгарии, они тоже, что ли, сепаратисты? Да, это же была Турецкая империя. Они не хотели жить с турками. Они тоже сепаратисты. А чего же вы их чтите? Почему стоят памятники Лепскому, Бенковскому и другим героям? Христо Ботеву? Почему чтите, цитируете? На пресс-конференции руководителей российской делегации, организованной для болгарских СМИ, основные вопросы журналистов были связаны с газопроводом «Южный поток». Глава Минрегионразвития подчеркнул, что Россия верна своим договоренностям с болгарской стороной. Давайте не будем комментировать слухи, а будем говорить о фактах. О фактах соглашения Южному потоку быть. Игорь Николаевич Слюняев не только министр регионального развития, но и глава правительственной комиссии по казачеству. Поэтому он и возглавил российскую делегацию в Болгарию. Дело в том, что одним из центральных событий визита стало открытие памятника казакам, оказавшимся в Болгарии после революции и гражданской войны. Этот памятник был перенесен сюда, к храму-памятнику героям Шипки, с бывшего кладбища Старой Загоры. Как пришла идея поставить этот памятник у храма-памятника героям Шипки? Идея казачий крест поставить у храма-памятника, она как естественно родилась, потому что рядом с храмом-памятником всего лишь, 80 метров огромное кладбище белых воинов. Она заброшенная. Сейчас энтузиасты его чистят. Огромный кладбище, 450 могил там, по меньшей мере. Так как рядом с храмом-памятником героям русско-турецкой войны в Шипченском монастыре находился инвалидный дом белых воинов. И сиротский дом детей белых воинов. И это кладбище. Получается, мы этим крестом эти 80 метров связали. Память о погибших воинов императорской армии, освобождавшей Болгарию от турецкого ига. Вот они лежат в крипте этого храма. И крест между храмом и кладбищем белых воинов, заброшенным пока, белых воинов. Они тоже принадлежали русской армии, императорской армии. А там герои русско-японской войны, Первой мировой войны лежат. И этот крест стал связующим звеном вот между двумя этими захоронениями. Вот я обратил внимание, да и многие обратили внимание на то, что памятник белого цвета. Вот в 1927 году, когда он был поставлен, первый памятник, он был такого же цвета. И почему, вот вы думаете, он такой белый? Ну, он был светлый, да, какой-то светлый бетон, цемент того времени. Он был очень дешевый по исполнению. Видно, денег особых-то не было, да и почти их не было. Но наши соотечественники, которые оказались за границей, они предпочитали белый цвет. Ну, белый цвет – это цвет чести, достоинства, честности, чистоты.
И недаром это белое движение. Недаром это белое знамя. Именно чести, достоинства, чистоты, красоты. Перенесение креста на новое место состоялось при поддержке болгарского мецената Венцеслава Драганова и мэра Старой Загоры Живка Тодорова. В тот же день вечером в Старозагорском драматическом театре состоялся концерт. Полный зал собрался послушать выступление хора Храма Богоявления Господня из Москвы под управлением священника Андрея Нефедова и казачьего коллектива «Живая Русь». Его художественный руководитель Галина Варшавская. Союз казаков России. Русские дают концерт. Люди, я посмотрел, все места заняты. Все. А как встречали? Какой овации? Каждое выступление. На русском казачью песню, духовную песню. А уж когда запели на болгарском языке, так вообще люди восторг. Восторг. Вы понимаете, вот это вот. Вот говорят о народной дипломатии, о мягкой силе. Вы знаете, здесь не мягкая сила, здесь духовность общая. Да, да. Она, может быть, и не проявляется открыто. Сегодня не проявляется, может быть, в политике, так вот, в нашей политике, в политике, так сказать, государств. Но народ духовно, он один. Сегодня оправдывая неблаговидные поступки, ложь, клевету, предательство, коррупцию, воровство часто можно услышать. Время такое. Но так ли это? В часу в 60 минут. Так всегда было. И в давние времена, и в нынешние, и в 19 веке, и в 20 веке. Время зависит от того, чем мы его наполняем. Чем наполняет его человек? Какими делами, какими поступками? Отдает ли он себя благому делу, или он делает зло? Если душа у человека черна, то и дела его будут черны, и время будет черно. В 19 веке русские братья пришли в Болгарию, чтобы помочь освободиться от османского ига своим православным братьям-болгарам.